Отримать диплом, подарунок, грошовую премію і звання самого талановитого. Час зорки настав у Барановичах. Тут пройшов другий молодіжний конкурс талентів. Його організаторами виступили Барановицький городський відділ ідеології, культури і по справах молоді і Радіо Брест. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Ансамбль скрипачів середньої школи номер 17 дає старт фіналу другого городського конкурсу «Час зорки». Проєкт дорить жихарам Барановича можливість познайомитися з узор'ям молодих талентів, удільникам від 14 до 35 років. Вони представляють на суд жюри різностайні жанри. 150 учасників подали свої заявки. На конкурс було відобрано, іменно на фінал, 50 номерів. Вся молодежь у нас творческая, все особенные, поэтому нам так интересно друг с другом. Очень приятно, что молодые люди смогли заглянуть к себе вовнутрь и показать свое творчество, открыть себя, тем самым показывая, какие они успешные, какие они достойные граждане Республики Беларусь. У фіналі на сцені Палацу культури текстильщиків зустрілися міцніші удільники. У кожного з фіналістів проєкту свій стиль і своя манера виконання. Каждый, наверное, найдет здесь и зритель, и участник, и ведущий найдет своего фаворита, своего конкурента, своего человека, которого стоит поддерживать и стоит болеть за него. Такие проекты Радио Брест всегда рада поддерживать. Мы очень рады, что мы можем найти какие-то талантливые коллективы, каких-то талантливых исполнителей. Возможно, даже мы можем найти для Радио Брест какого-нибудь ведущего, который впоследствии зазвучит на волнах Радио Брест. Публіка радісно вітає кожного удільника конкурсу. У жюри тяжка задача – вибрати переможцю. Шмат призов у подарунка у лепші фіналісти отримали від партнерів проєкту. Творчої майстерні Любові Сергєєвої, салона «Люкс Європа», компанії професійної технології «Таксі 184». Мне всегда было как бы интересно участие в конкурсах самодеятельности, и это хороший шанс как бы стать лучше, немного развиться. В каком-либо направлении. Мой социальный педагог из школы номер 21 предложил мне поучаствовать в этом конкурсе, и, конечно же, я с радостью согласилась и сразу захотела участвовать в двух номинациях, чтобы исполнить песню мою любимую и показать себя как танцора. На самом деле в данном конкурсе было участвовать огромная честь, такая огромная сцена, хорошая публика и зрители. И я очень рад, что участвовали мы в таком конкурсе, потому что здесь собрано очень много талантливой молодежи. Лепших фіналістів жихари Барановича змогуть побачити і почути у великому гала-концерті, який пройде у День молоді.